Один эксперт. Надежный букмекер. Учите вашу бутерброд по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet. Один XBet говно для долбоебов, не пользуйтесь, не пользуйтесь, там наебывают на деньги, блять, в рот ебал всех. Украина Рунет на стриме теперь 1xbet. Не, я слышал про 1xbet, но все рекламируют 1xbet и GGBet, и Париматч. Я это прекрасно понимаю, но я просто принципиально против этого говна. Это, на мой взгляд, это не солидно, только потому, что на Твиче установился такой мейнстрим локальный, небольшой. Это неправильно в корне. Отрицательно отношусь очень. Я понимаю, почему это делается. Других рекламодателей вообще нет. По факту на Твиче, потому что Твич не умеет удалять ботов, блять, кстати говоря, нахуй. То есть, по факту, значит, на Твиче невозможно отличить бота от обычного юзера. Там отсутствует такой функционал. Я не знаю, вы в курсе или нет, но его просто нет. То есть, когда крутишь ботов, то есть, я писал неоднократно сотрудникам Твича, типа, блять, на меня набежали с ботами, уберите их с моего канала, снимите ботов с моего канала. Они говорят, мы не знаем, как это делать. То есть у нас ведутся работы, чтобы можно было человека от бота отличить, но не знаем, увы и ах. Статистику рекламодателям тоже они не предоставляют, а ту, которая предоставляется, это та статистика, которая доступно самому стримеру, вот, и там опять-таки нельзя отличить бота от обычного человека. Тогда даже 1xbet влетал на деньги так, кстати. Но это слухи неподтвержденные, это все пиздеж. Я вообще из головы сейчас все выдумал, все неправда. Вообще я актер, это все постановка, блядь. Ешьте пюропротеин. Блядь. Когда Мэттых отмазывал, все кидали. Да ничего он не отмазывал, я слышал этот фрагмент, нормально все. Я понимаю, почему все рекламируют говно. Потому что ничего кроме говна нет, а денег хочется. Я тоже деньги хочу, пиздец. То есть я сам себя нагреваю на, ну, где-то 1000-2 в месяц. Я мог бы рекламировать какой-нибудь 1xbet или Париматч. Мне предлагали довольно нехуевые деньги, учитывая, что канал у меня откровенно маленький. То есть даже когда он в «Зените» был, да, на Твиче, то есть даже когда там охуенно по просмотрам все было, все равно маленький канал. Это, ну, не Хесус, а в ГН. Вот. Тем более не Мэтт. Но мне все равно предлагали весьма нехуевые деньги, и я от всего всегда отказывался. При том, что я не бессеребренник далеко, вы, блядь, все меня знаете, я деньги люблю, я не люблю от денег отказываться. Вот. И это не христианская благотворительность какая-то с моей стороны, потому что я наизнанку готов показывать все, как есть. Вот тут я отказался от денег, потому что не хочу кормить свою аудиторию говном. Надеюсь, что моя аудитория как бы ценит то, что у меня нету баннеров, блядь, 1xbet повсюду, нахуй. Просто на канале, блядь, в описании канала, блядь, любой хуйне. То есть и до сих пор предлагают. То есть я неоднократно посылал нахуй и в пизду и рекламщиков специальных, там, которые из этого, из Идола, еще с какой-то хуйни, и напрямую представителей 1xbet, потому что мне и те, и те писали. И Париматчи, кстати. Но Париматч там, по-моему, не лично человек оттуда писал, а маркетолог-представитель. Вот. GGBet, по-моему, мне не писал никто, кто представлялся бы от GGBet, но мне писали люди, которые представлялись, что свяжут с какой-то букмекерской конторой. То есть могла быть еще одна из трех, к тому же мог быть и GGBet. То есть, в принципе, мне писали все таким образом. Все посылаются нахуй уже где-то год. С
стоимость рекламы растет, они все еще на хую. По деньгам накуканен в этой ситуации только я. Потому что, ну, в справедливом мире, конечно, стоимость рекламы на каналах, на которых нет рекламы 1xBet, она должна повышаться. Должна повышаться возможность получить рекламу у нормальной конторы. Но это нихуя, это не работает. Я ничего с этого не получаю, по факту. Все это просто в минус. Ради принципов у меня просто просраны эти деньги. То есть единственное, что мне... Единственное, что меня немного греет, так это то, что ну, отсутствие рекламы полного говна на стриме, оно, возможно, подстегивает людей, чтобы больше донатить. Может быть. Экспериментов не было, статистических данных нет, не знаю. Может быть, как бы люди более охотно донатят там, мне в процентном отношении с количеством аудитории, потому что у меня нет рекламы говна, и я не впариваю говно на своих стримах. Возможно. Ну, и это вилами по воде писано, конечно. Вот. Поэтому я надеюсь, конечно, на добрую волю своей аудитории, прежде всего. Так. Да. Ну, а так я получаю как офисный работник, такой менеджер где-то среднего звена. Папич 3 года кормил аудиторию казино и нормально лутал с донатов. Ну, так это папич другое. Это, типа, совсем мейнстрим, там еще и аудитория пиздец гигантская, то есть там невозможно обосраться, понимаешь? Можно канал проебать 5000, блядь, долларов в месяц с подписок и похуй. Нормально все равно. То есть, ну... Это нищетово совершенно, потому что, ну, всякие экстремумы надо убирать из статистики, понимаете? Вы когда какую-то статистику наводите, убирайте экстремумы оттуда, потому что Папич – это отдельная ситуация. У него слишком гигантская аудитория, это не пример просто, это не средний стример. Вот, то есть, с одной стороны Папич, с другой стороны Вавилон, блядь. С тремя зрителями. Не, XBet, любые букмекерские конторы платят охуительные деньги даже очень маленьким каналам. Потому что им просто некуда девать деньги. Им даже насрать, если у тебя накрученный канал, который на самом деле никто не смотрит. Им просто похуй. Они ничего не чекают, им вообще насрать. Потому что у них такой бюджет маркетинговый, что они могут просрать миллионы долларов, и это даже никакой вмятины на них не оставит. Ну, потому что у них вообще весь бюджет, он только на маркетинг. Это же букмекерская контора. Что она делает-то, в принципе, кроме как саму себя пиарит? Че им, на что им еще тратится? А доходы гигантские, потому что, блядь, лох не мамонт. Клалафу да клалафу, 100 рублей. Привет, Паукан, не расстраивайся насчет модеров и бана. Почему у тебя просмотры упали или мне показалось? Нет, сегодня по просмотрам было почти 2000 человек. Меня, блядь, забанили просто нахуй. Меня расстраивают на самом деле на данный момент не баны, а букмекерские конторы гораздо больше, чем бан, если честно. То есть... Как-то я не рассчитывал, что рекламный рынок на Твиче будет настолько долго оккупирован говном, которое должно быть нелегально, блядь. Какого хуя это законно в России? Ёб вашу мать, блядь. Что с вами нахуй, блядь, не так? Была бы реклама 1xBet, у Марго было бы больше свободного времени, начал бы делать контент. Не, ничего бы не начал, но опять-таки, повторюсь, от 1xBet и прочего говна отказываюсь я лично по своей воле. Мне предлагают, мне сначала предлагали без указания этого прайса, потом стали указывать прайс. Почему БК должны быть незаконны, если они не наебывают? Да наебывают в любом случае. Да, все честно у букмекеров, да, пиздец.
Все по-честному. Это, так это и работает. Ты сам для себя просишь рекламу 1xbet. А это тебе надо, чтобы на стриме был баннер, блядь, 1xbet? Тебе так, блядь, больше нравится, по всей видимости. Я не знаю. У нас, блядь, по... Это, блядь, пахом нахуй в чате.